Всем привет! Совместить комфорт и технологичность в одном ботинке – задача непростая. Но в арсенале трекинговой обуви появился интересный вариант. Модель Wales 2 от немецкого бренда Mendel. И начну я, пожалуй, с внутреннего наполнения, так как тут применено нестандартное решение. Как видно по ярлычку Gore-Tex, ботинок имеет привычную нам мембрану. Но если заглянуть внутрь, то мы не увидим привычную синтетическую защиту. Внутреннее пространство ботинка покрыто тонкой перфорированной перчаточной кожей. И это именно тот элемент, из-за которого многие выбирали безмембранные модели бренда. Но теперь, если вы не фанат ухода за обувью, вы можете смело брать эту модель и быть уверены, что ноги останутся сухими. Помимо этого, в данной модели присутствует технология Memory Foam System, которая обеспечивает термоусадку пены в голеностопной части под ваши анатомические особенности. Так что это сейчас, пожалуй, самый комфортабельный ботинок из линейки Mendel. Что касается верха, то он полностью выполнен из нубука, что повышает характеристики износа стойкости. Правда, применение двух слоев кожи в сочетании с мембраной теоретически должно сделать его более теплым. Но разница, думаю, с синтетической подкладкой будет минимальная. Шнуровка тут классическая, двухсекционная, с технологией распределения нагрузки DigaFix. А это значит, ботинок можно комфортно и плотно отрегулировать по стопе. В носочной части модель сделана из монолитного куска кожи, а пяточная зона усилена тройным швом. Данный ботинок не имеет серьезных усилений из полиуретана или резины, что позволило несколько снизить вес. Так что на осыпи и острые камни в них, конечно, лучше не выходить. Подошва достаточно мягкая и при этом амортизирующих свойств более чем достаточно. Подметка Vibram Multigrip обеспечивает отличное сцепление даже на влажных камнях и при этом содержит в себе хороший запас прочности и устойчивости к истиранию. В целом, это отличный ботинок для тех, кто отправляется в несложный поход и хочет совместить комфорт и максимальную влагонепроницаемость. Берегите ноги и до встречи в нашем магазине на Saikino 4.